Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» посетили спортклуб «Доступный спорт» в деревне Ликино. Партийцы ознакомились с работой клуба, открывшегося после частичной отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса. А также пообщались с участниками эстафеты «На старт, внимание, марш». Две команды спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет соревновались между собой, используя различный инвентарь. Единороссы передали клубу подарки и пожелали новых достижений.